Мы пошли до моей подруги. Там девчонки вон идут. Катя с Машей. И сходим до подруги. Она говорит, у нее там перцы остались. Пойду заберу перцы у нее. Пойдем прогуляемся. Папа пока там грядки мне делает. Я потом приду и буду садить. А девочки мне будут сегодня помогать? Капусту садить. Будешь? Да? Молодец. А Катя? Колечко. У тебя сегодня попалось какое? Ты не будешь? Ну ты вредина. Все понятно. Ладно, по пути еще зайдем в магазин. Посмотрим. У нас хлеб на, по-моему, да, думаю? И молоко на. Ладно, идем. Мы пришли домой. Знаете, что я вам хочу показать? Смотрите. У нас диван на цепях висит. Дети довольны до чертиков. Папа им повесил тут диван. И они теперь качаются. Да, качелька у них новая появилась. Довольные. Они зашли на территорию и побежали. Тут лежать даже можно. Аккуратно. Девочки, затормозите, чтобы Оксана сесть могла. Видите, что для детей сделано? Классно? Это у тебя забирали, мы у одной женщины забирали. И вот папа им сделал так. Ну. Эй, хорошо, теперь можно здесь сидеть. Ну, а вот еще здесь подмести, траву всю убрать, красиво все сделать, и вообще будет классно. Ладно, качайтесь, пошла я домой. Все семейство, Ваню держите. Марина, аккуратно держись, хорошо. Все семейство почти накачали. Света не хватает, и Егора, и Ильи. Нет, тут еще если подвинуться, как раз все влезут. Кто? Папа. Да мы знаем, что это папа сделал. Хорошая качелька, да? Вы довольны? Да, конечно. Еще что придумаешь? Да. Я сначала думала, что это диван. Так это диван и есть. Маша, качели, качеля такая, ну. Ладно, вот такой, ребята, у нас был сегодня день, вечер. Если нравится, то ставьте лайки. Ваня в новых кроссовочках ходит, да, Ваня? Да, довольный. Ой, чумазики. Сейчас идем умываться и спать. Всем говорим. Пока-пока! Маша, пока-пока! Вы чего? Ваня, Маша, пока-пока! Всем-всем-всем доброе утро! Мы с Мариной идем в садик. Опять только с Мариной. Ваня сегодня проснулся, у него голос хриплый. Я его опять дома оставила. Ну, потому что вот так вот я не отдаю больных детей в садик. Он, видно, что он заболел. И чё толку? Мы неделю проходили всего. Ну так вот. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. У нас уже день. Ваня играет, да, Ванюша? Ваня сегодня опять дома, потому что с утра голоса у него не было, я его оставила дома. Ну, по ходу дела он точно приболел. Тут у меня Маша сидит с Оксаной. Мы сейчас идем садить помидоры, пересаживать. В парник буду их садить. Нарезала вот такие вот тряпочки, чтобы подвязывать их целую кучу. Тут еще надо тряпочку нарезать. Лопатки, ножнички. На качели качаемся. Сейчас Машка трясь только оттуда. Сейчас там... Ты мне палки там натаскал? Ну все, сейчас тогда пойдем. Кто помогать мне пойдет? Так, Оксана, заплестись. Ты хвостик умеешь делать, бегом. Давай, 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 давай. Ждем, ждем тебя. Да, давай, 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 Ваня. Тут играет, камни возит, да, Ваня? Убирает камни с дороги, да, Ванюша? Куда ты их возишь? Туда, молодец, правильно, туда высыпаешь, чтобы не валялись камни. А Маша тут качаться. Ваня в новых ботиночках, да, Ваня? Тебе в них удобно? Да? Хорошо, раз удобно. И играют. Вы зачем вот этот шкафчик у меня взяли? Он мне нужен вообще-то.
По жопе это Окси получит, ням-няма. Это маме надо, а не вам. Ладно. Жду Оксану и идем садить помидорки. Ну что, идем садить помидоры? Сегодня еще надо капусту пересадить. Надо еще кучу всего пересаживать. Но у нас все бы время вообще было бы хорошо, да? Как говорится. Она принесла сюда помидоры. Вот эти вот и вот там. Уж реки мы напилил. Сейчас будем садить. Поближе друг к другу буду садить. И посмотрим, что получится. Я хотела в парнике посмотреть, что там у меня. Влажно, не влажно. Ну, в принципе, нормально. Дай бог, чтобы все зашло. Ждем-с. Ладно, идем садить помидоры. Сейчас посажу и потом покажу вам, что я посадила. Дорогие друзья, сейчас снимает меня ребенок. Это Машенька снимает, поэтому уж простите, но вот мне просто некогда было. Маша говорит: мама, давай я тебя поснимаю, покажу, что ты посадила. Вот она взяла, показывает. Капусту тут вот высадила. Много чего сегодня уже сделали, но времени нет на все. Тут грядки навозом раскидываю. Всегда так делаю, мне нравится такой метод. Там она решила папу вблизи показать. Папу я заставила парник сделать, он мне делает в компостной яме. И там вот несколько тоже парничков. Вот это для помидор я там уже высадила, потом все это покажу уже вам. И вот здесь тоже я остаточки, все помидорчики, перчики, все высадила. И низкорослые помидоры, вот здесь вот именно низкорослые. Это была компостная яма. И папа делает, и Маша решила меня заснять, как я по грядкам раскидываю, извиняюсь, но куриные какашки. Здесь детки играют на качели, прячутся. Машенька опять их решила поснимать. Оксана прячется. Там Ванюшенька спрятался. Маленький мальчик. Маша мне решила помочь немножко поснимать. Но вот как ребенок может, так снимает. Поэтому сильно строго не судите. Ну вот, это ребенок учится. Будем в их на видео тоже смотреть. Детки учатся, детки снимают. Довольные. Счастливые, играют с этой качелей, постоянно качаются. Ну вот что смогли, засняли. Очень надеюсь, что вы не будете строго судить ребенка то, как она снимает. Но она молодец, она хоть как-то пытается что-то помочь наснимать маме. Ой, ребята, устала как собака. Честно, сегодня много чего сделала, да, Мариночка? Не сегодня, а завтра отключение воды, я знаю. Много чего сделала, грядки полила, посадила много грядок, навозом каждый, видите, посыпала. Высадила сегодня капусту, высадила кабачки, высадила дыни с арбузами, посадила укроп еще. Что-то еще посадила, не помню, ребята, если честно. Высадила все помидоры, но я сейчас туда подойду, вам покажу. Чего ты моришь? Не надо, Тама. Все грядки полила со шланга, который у меня новый шланг. Помните, в том году я покупала, вот с него ходила, поливала грядки. И сейчас что-то покажу. Пилила, пилила я мужа. Говорю, мне не хватает парников. Один парник, как я вам сейчас, вы знаете, что он сделал для огурцов. Один я вам вчера показывала, он сделал для помидор. Сейчас, кстати, покажу, что я сделала. Так, вот один парник здесь. Он сделал из старой пленки, конечно, но он более-менее для помидор. Помидорки я уже все высадила. Что-то он не натянулся. Нормально. Помидоры, перцы я там высадила. Второй парник у меня с огурцами. Вы это тоже прекрасно знаете. Огурцы высадила, даже уже некоторые проклевываться начали. Все, сегодня уже полила я. Вот видите, проклевываются. Кто говорил, что не проклюнутся? Где-то еще тут есть проклюнутые, но вот в целом тоже полила. И как вы думаете, где я попросила мужа сделать третий парник? Конечно же, на компостной куче. Там мы землю вытаскали большую часть, а у меня остались много перцев и помидоров. И я попросила мужа, он мне сделал. И я вот таким вот образом все остатки своих помидоров и перцев высадила сюда и уже тоже полила. И получилось вот такой вот на компостной куче из старой пленки парничок в целом.
Ну, мне нравится. Хорошо, быстренько. Я его пилила, 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 сделал. Сегодня целый день как совраска. То одно высадишь, то второе высадишь. Потом ходила навозом, все удобряла. За картошку еще, честно говоря, не принимались даже. Нам надо сначала все вот это сделать, потом уже идти всей дружно и садить картошку. Я еще на это что не посадила. Горох и бобы. Остальное я все уже посадила. Фух, устала как черт, но зато довольная. Сына мне тут компостную бочку натаскал, на водой залить, кстати, да, ее. И надо еще все после рассады в формочки поупирать. И... Ой, господи. Завтра воды не будет, завтра дети дома будут. Грядки я тоже все полила. Клубнику я так и не прополола, еще не до нее было вообще. Шланг здесь повесил, сейчас покажу. Днем вот этим вот шлангом я поливала, он у меня везде дотягивается до всех парников, хорошо. Днем буду вешать сюда, на ночь буду убирать. И вот так вот картошку надо садить, теперь осталась картошка только. Картошка, картошка, картошка. И сейчас мне надо еще залить водой. Да, Мариночка? Ну, потому что мама в огороде возилась, поэтому папа тебя сегодня забрал из садика. И вот и сына мне натаскал навоз. Не хочу его залить, чтобы настоялся. Да, Маришенька? Ты меня в садик отвозила, папа меня забила. Да, потому что маме некогда было.